Добрый день, друзья! Очередное воскресенье, выходной день. Мы снова на канале Школа охраны труда. И как обычно, выходной день, небольшие сюжеты о нашей работе за городом. Работе и отдыхе. Вот, ветки пришлось все убрать. Вот, костер. Сгорели они. Ну, мусора еще хватает, хотя весна. Костер уже догорает. Собственно, участок. Деревья немножко подрезаны. Вот были такие ветки, поломались за зиму, висели. Достаточно трудно подлезть. Вот, подрезать бензопилой. Вот. В прошлый раз я вам показывал такие прищепки яблонь. Вот, на старые деревья. Ну, что удивительно, покуда вроде, вот видите, прививочка. А вот почки. Ну, не знаю, как дальше будет, но покуда... Вроде я с оптимизмом смотрю это дело. Вот еще одна прививка. И вот как бы такие почечки на деревьях. Вот. Самый такой простой способ делать прищепки на деревьях, это просто брать ветки одинаковой толщины, срезать под углом 45 градусов, аккуратненько их прикладывать, так, чтобы кожа вокруг среза совпало полностью. И обычно я обматываю такой лентой алюминькой. Она очень хорошо и крепко схватывает и держит, ну, что ветки не смещались. Ну, кто-то делает это изолентой, дело вкуса. Но способ очень простой. Ну, это яблони старые еще. Но в этом году, в прошлом году не давали такой хороший урожай. Ну, растут дальше. Немножко тут ветки какие-то подрезаны. Ощущение, что вот большого сада. Это вот сколько камней на участке. И, конечно, камней очень много, очень. А здесь вот в прошлый раз я показывал, садили грецкий орех. Вот так. Трудно сделать какие-то выводы. Вот он здесь. Слышите, как птички поют? Ну, а здесь цветочки под настроение. Срезанные деревья вот лежат, в будущем пойдут на дрова. Вот дорога сюда. Конечно, по такой дороге заехать очень сложно. Во-первых, здесь везде горы, такие большие перепады высот. А здесь соседи уже тоже начали убирать участок. У них сосны, высокие сосны, красивые. Птички. Смотрите, как вымывает у нас дороги за зиму. Ну вот и все, наверное, на сегодня, друзья. Немножко покажу вам еще природы. Весенней природы Беларуси. Белорусский лес. Оставайтесь на канале. По выходным буду показывать, как идут дела.